Добрый день! Я хочу рассказать вам о факультете математики и естественно-научного образования Педагогического института. Начнем с профиля математика и физика. Благодаря этому профилю ваши знания по математике дополняются увлекательными знаниями по физике. Рассказывая ранее неизвестное, преподаватель влюбит в вас в свой предмет. Вы найдете общий язык как с физикой, так и с математикой. Перейдем ко второму профилю – математика и информатика. 21 век. Век новых технологий. Профиль математика и информатика отдаст знания о работе с персональным компьютером, познакомит с программированием, графикой и многим другим. А знания по педагогике помогут найти общий язык с людьми. Третий профиль – информатика и английский язык. Этот профиль позволит вам изучать работу с компьютером параллельно с иностранным языком. Вы сможете говорить, читать, писать на этом языке, даже если не изучали его в школе. Четвертый, не менее интересный профиль – биология и химия. Посвятив жизнь биологии и химии, вы откроете что-то новое для себя и, возможно, для мира. Современное оборудование нашего университета позволит будущим учителям этой профессии проводить увлекательные опыты и эксперименты. Еще один профиль – география и безопасность жизнедеятельности. География – наука, в которой за каждую крупицу знаний заплачены человеческими жизнями. Выбрав эту профессию, вы будете делиться знаниями о Земле со своими учениками, тем самым внося свой вклад в развитие этой науки. Жизнь нашего факультета не только учеба. Студенты занимаются спортом и творчеством, организовывают мероприятия. На факультете много студентов, которые профессионально занимаются спортом. Но вы можете не только участвовать в соревнованиях, но и организовывать их. Преподавать точные науки не значит отказаться от творческого начала. Вы сможете попробовать себя в качестве певца, танцора или поэта. Фотографы и видеографы тоже найдут для себя дело. А раскрыть талант помогут различные конкурсы. Подготовка материалов о мероприятиях, видеоотчеты, литературные вечера позволят проявить журналистские качества. Отточить ум позволяет интеллектуальные битвы на заседаниях клуба интеллектуалов МИИНО. Общественной жизнью студентов руководит студенческий совет. Студенческий совет на факультете – это семья. А семья, как известно, это совместная работа, взаимопомощь, поддержка и опора. На факультете проходят собрания студенческого совета, на которых обсуждают и планируют мероприятия. Например, квест для первокурсников, посвящение первокурсников, мистер и мисс МИИНО, клуб интеллектуалов МИИНО, квест для старшекурсников от первокурсников, благотворительная новогодняя сказка для детей в детском доме, мафия, день факультета, а также различные игры, флешмобы и акции. В конце каждого семестра председатель студенческого совета награждает активистов грамотами, благодарностями, отличительными элементами. Образование придает человеку достоинство, а точные и естественные науки приводят человеческий ум в порядок. Мы ждем вас у нас на факультете!